Ребята, всем привет! Мы приехали своим семейством в Узбекистан. Это родина моего мужа. Вот, это мой первый влог. Я решила начать снимать про наше путешествие. До Узбекистан расскажи. Как тебе эта страна новая? О! Сегодня первый день, как мы в Узбекистане. Я только проснулась. Мы сегодня ночевали у маминой подруги, тети Лоры. Ну, у мамы свекрови. Они с ней дружат с первого класса. Сегодня мы будем заселяться в отель. Вот мы проснулись. Мы у тети Лорушки. Тут здесь просто невероятная красота. Тут и тетушки, и мама. Матвейка. Просто здесь очень удобно. Смотрите, какие курочки. А вот тут их гуляют. Да, какие мы штучки сделали. Какие? Причем мы делали маленькие горки, а потом из вот этих горок у нас получились такие. И немножко подотекла, как будто пила всю ночь. Ой, здесь очень-очень красиво. Что я вам могу сказать? Я теперь понимаю, почему мой муж так водит. Это, наверное, закладывается у них в ДНК где-то. Так, кто замзвонит? Подождите-ка. Алло? Нет, нет, сейчас буду звонить только. Ага. Хорошо. Ничего, в планшет играет. Да, да, хорошо. Давайте. Итак, про вождение моего мужа. Почему он водит меня как сумасшедшая, я теперь поняла. Потому что в Узбекистане они так водят все. Это, я так понимаю, их какая-то национальная черта. Заселились в наш номер, делюкс. Вот он такой у нас симпатичный. С большим панорамным окном. И вот тут у нас туалет. Мы еще не успели тут разложиться. Ой, красивый номер. Можно вот так вот сесть. Тут еще вот такой вот человечек, которого можно вот так потереть. Под названием Матвейка. В номере прилагался. Хочу сделать красивый селфи. Но тут одна обезьяна у меня живет. Так что фиг мне. Тебе не фиг, мам. Будет побольше видео. Мам, тебе не фиг, я тебя защищаю. День номер два. Мы с Матвеем спали на топчане, на полу. Потому что он приболел чуть-чуть, мне надо было всю ночь за ним следить. Тут мне блог снять. В общем, позавтракали. И сейчас пойдем гулять по Ташкенту. Погода у нас очень-очень прохладная, мы не ожидали. Ничего теплого не взяли. Мы приехали куда-то на базар. Это старый же город, да? Вот, вот да. Мне муж платье, платье, да, муж платье нашел. Тут такой вайп.
Ташкента. Не знаю, как станция называется. Метро обычное, все как у нас, ничего особенного. В прямом смысле, как у нас, потому что там внутри все написано по-русски. В общем, не то, что сделано в России. Хотели пойти в зоопарк, так до него и не дошли. Очень-очень устали. Сейчас будем вечером думать, куда дальше идти. Едем в ресторанчик. Фак, или вот в такое кафе. Называется Шахона. Какого барашка тут жарят на вертеле. Говорит, спасибо вам большое. И больше мы его не видим. Новый день. Сейчас куда-нибудь поедем, тоже погуляем. Сегодня более-менее хорошая погода. Приехали в Magic City. Ой, какой красивый. Обиделся на змеюшку похожая, да? Змеюшка живет. Змея, иди сюда, змею покажу страшную. Офигеть, никуда. Где змея? Смотри, а вот лежит. Смотри, кобра. Смотри, вот кобра. Маленькая. Стой, где написано, что это кобра? Посмотри, где? Смотри, какая змея, пьет, пьет, язычок какой у нее, смотри, это кобра. Ну, смотри. Прикольный такой океанариум. Мушки, рыбки. Ну-ка. Офигеть. Прикол. Как эти смешные прибежали. Прикольно. А ты у себя вообще какой ротик? Какие вы красивенькие. Смешные. Прикольно, да? Вообще. Самое главное, народу вообще нет. Никого. Так клево, как будто прям все для нас. Ля в иллюминаторе видно. Ай, на жопу не надо. Пролезай, пролезай. Где сумму? Вставай, вставай. Пролезь рост, вставай. Эй, где вы? Где грибочек? Вы где? Прикольно вообще. Там Лен, видишь там люди? Я хочу в тот проход. Где большая акула? Вот! А где? Не страшно? Я пошла в тот проход. На меня смотрим теперь. Да, смотри. Мама, сынок, вот они вместе плавали. Кверху ногами все. Смотри, кровать, где спит Матвеюшка. Ничего себе. Все кверху ногами, посмотри. Да, диваны, как ты будешь спать? Фигня какая-то. Как тебе спать вообще? По потолку Матвеюшка ходит. Смотрите, косметика. Пойдем в ванну зайдем. А мне нравится, прикольно. Да? Да, я такого не была. Мультик это, наверное. Не смогу с этим заходить. Мамочка. Так, главное. Давай один. На судочку. Сейчас я пойду дальше. О, боже! Так. Да? Блин, это очень страшно. Так. А ну отвалите! Это реально очень страшно. А где я? Капец.
Так. О, боже мой, откуда ты взялась? Пришли в сумасшедший дом. Такой тут парк прикольный. В общем, детям есть где полазить. Даже таким прикольненький аттракциончик. Сов туда не пустили. Красивое место пришли покушать с птичками. Какой сегодня был насыщенный день, да, дети? Все поехали в корейский ресторан, а мы с детьми решили дома покушать. Ой. В общем, я пульт нашла. До следующего дня. За нами уже приехала машинка. Короче, мы пошли. Пить вообще, или уже... Наша команда туристическая из Москвы. Здесь все так красиво. Много мечетей. Шести, Любчик, нас гости ждет. Сегодня чуть-чуть погуляли по старому городу. Все поехали в гости, мы с Софой поленились. Еще у нас сегодня здание 8 лет, как мы вместе. Ю-ху! 8 лет вместе. Ту-ту-ту. Новый день. Пришли на завтрак. Без папы. Уютненький у нас тут. Приехали в парк Неврус. Идем. Пришли. Вот казан. Угу. О, интересненько. Ручная работа по регионам Узбекистана. Ух ты, какая красота. А пугаля какая? Вот испугала. Если хотите маленький столик, то сюда придвину, чтобы это сам было нормально. Ну да. Вы что, возьмите? Вкусно нам, детки. Папа. Спасибо. Вот это... Кушали в красивом ресторанчике, идем дальше. Просто вся в маму. Первые 40 лет детства мужчины самые сложные. Папина дочь. Нет. Нигде нет. А вон горы, Матвеюшка, вон, видишь горы? Я не лезу. Вон горы, вон. А, точно. Я не лезу где. Вот горы, вот смотри, везде. Где?
Как быстро пролетают здесь дни. Сходили вот с малышом в магазин, купили всяких вкусняшек. Будем кушать. Вообще тут, конечно, очень быстро дни пролетают, уже скоро в Москву. Понравилось очень в этом парке. Здорово, и на картинге покатались. Вообще, все супер. И на колесе, да, вот Матвей подсказывает. Еще один день подошел к концу. Завтра у нас последний полноценный день. И домой. Всем спокойной ночи. Последний день. Пришли на Алайский рынок покупать с собой гостинцы. Вот подарки, сувениры. Такой современный рынок. Вкусненько. Дают колбаску нам попробовать. Такой рынок. А это сколько стоит? Столько тут всяких разных специй купили. Да, да. Приехали в Чайханубек. Так тут симпатично. У нас был завершающий день. Очень понравилось в Узбекистане. Люди все скромные, добрые, гостеприимные. В общем, Узбекистан просто самая душевная страна, в которой мы были. Да. Что тебе больше всего понравилось? Как я купалась в бассейне. И я. А еда? Как мы кушали. Да. Последний ресторанчик и едем в аэропорт. Очень красивый ресторан вообще. Прошли регистрацию. Друзья, на этом наше путешествие заканчивается. Надеюсь, вам понравился мой выпуск. До новых встреч!